Три поросенка. Как ты мог втянуть нас в такую беду? Как я мог нас втянуть? Ну, это уж слишком. Говорил я, что из вас ничего хорошего не выйдет. Я вас обоих предупреждал. Старший брат всегда командует до самого конца. Учитывая, что это, очевидно, наши последние минуты, я скажу всю правду. Я тебя ненавижу. А я люблю тебя. Чуваки, ты суетливый сисюкающий беспомощный тюфяк. А ты... надутый эгоист с ужасным вкусом. Мир, давайте наполним любовью наши последние минуты на земле, хорошо? В то время, как они будут варить нас живьем? До того, как вас приготовят, поросята, есть у вас последнее желание? Да. Флэшбэк. Большой злой волк, волчий, стая один. У меня клыки наготове, снаряжение в порядке. Направляюсь к первой цели, соломенному домику. Начинаю операцию «Пригородный магазин». Вас понял, большой злой волк. Начинайте операцию с соломенного домика. Повторяюсь, с соломенного домика. Отбой. Поросенок, поросенок, впусти меня в дом. Нет, клянусь щетины на своем подбородке, чувак. Тогда я как дуну. Да плюну. Да сдую твой домик. Да, как же. Обговорим это позже, страшила. Соломенный домик сдут. Повторяю. Повторяю, соломенный домик снесен. Пусти, братишка, за мной гонится волк. Вон он, волк. Чувак, чувак. Осторожнее, я недавно покрыл лаком дверь. Поросята, поросята, впустите меня в дом. Нет, клянусь щетиной, на... как там дальше? Дыши глубже, войди в свой космос на своем подбородке. Клянусь этой самой щетиной. Тогда я как дуну, да плюну, да сдую твой домик. Отлично. У тебя вся ночь впереди. Моя коллекционная статуэтка Дороти и Тита. Чувак, не мели ерунду, побежали. С деревянным домиком покончено. Всего раз дунул и все. Я иду к кирпичному. Чувак, чувак, открой дверь. Кто там?
кто пытается пробраться в мой крепкий и безопасный кирпичный дом? Это Ричард и Сэнди, твои братья. Какие такие Ричард и Сэнди? Чувак, не шути, пусти нас. Скажите девичью фамилию нашей матери. Во имя святой свиньи, свинья! Что? Чувак, у моей мамы такая же девичья фамилия. О, нет. Большой злой волк сосредоточится на кирпичном доме. Вспомни тренировки, будь верным. Да-да, я знаю, что делаю. Кирпичный дом будет разрушен. Открывай, он уже близко. Я знаю, я чувствую его запах. В чем дело? Так ко мне врываться. Я приводил в порядок счета, а теперь мне придется все продать. Поросята, поросята, пустите меня в дом. Нет, клянемся щетинами на наших общих подбородках. Тогда я так дуну. Да плюну. Да сдую твой домик. Ни один волк не способен снести кирпичный дом. Вы тоже должны были принять этого внимания во время строительства. У нас проблемы. Неудача с кирпичным домом. У меня есть план. Я залезу через каминную трубу. Какого черта он делает? Прервать операцию камин. Прервать сейчас же. Прекратить. Повторяю, прервать операцию камин. Большой злой волк, отвечай. Чувак, кажется, он на крыше. А что, если он спустится по каменной трубе? Разведем огонь. Вы двое, двигайте жирными караками. Кого ты назвал жирными? Я занимаюсь пилатесом 4 раза в неделю. Побольше сучков, скорее. Ты это называешь сучком? Как я могу развести огонь из полена? По-моему, я в сучках разбираюсь. Чуваки, я думаю, надо сложить сучки в форме вигвама. Хотя лично я предпочитаю солому. Тише. Я только сказал, что тише. Вперед, волки! Огонь! Вперед, волки! Чудесно. Я вами горжусь. У нас вышло. Братья, я хотел заметить, как прекрасно, что мы впервые за долгое время собрались вместе. Так? Три поросенка остановили большого злого волка. Пароль. Вперед, волки. Мы все скорбим из-за потери нашего товарища, большого злого волка. Он был смелым членом стаи. Почему большой злой волк? Почему? Он был одиноким волком и не работал с другими. Он не умел работать в команде, он никогда мне не нравился. Тихо, тихо. Хорошо. Возможно, он не умел работать в команде. Но он и правда был смелым. Если бы он участвовал в операции «Красная шапочка», последними словами этой козявки были бы «Какие большие у тебя глаза!»
Может, было бы лучше послать на задание маленького умного волка, или симпатичного дружелюбного волка, или пугливого волка-продавца, или толстого волка-танцора фламенко, или волка настолько тупого, что ничего не боится. Не забудь про волка-любителя мюзиклов. Зачем нам все это нужно? Сдувать дома, есть поросят. Почему мы не можем просто любить друг друга? Ну ты насмешил, чувак. Спасибо, большеглазый волк-любитель мира. Ты никогда не устаешь смешить. Джентльмены. Мы размышляли слишком узко. Не сейчас, хвостик. Нам нужно думать шире. Доктор Волковец, вам всегда нужно появляться так драматически? Ну, конечно. Я же злой ученый. Да, очень злой. Какой толк от этих всех дуну и плюну? Мы живем в современную эпоху, а не в средние века. Современные проблемы требуют современных решений. Я говорю, пришло время пустить в ход машину судного дня. Это совершенно секретная машина. С меня хватит. Я Волк Большой Босс. Я здесь главный. Вы мои прислужники, а вы зрители. Доктор Волковец, предложите что-нибудь более практичное. Прекрати это сейчас же, хвостик. Я на собрании. Ну, есть еще операция «Особая доставка». Особая доставка, особая доставка. Прекратить бормотание. Вот как действует мой зловещий план. Доктор Волковец, хот-дог. Команда волков приближается к дому с предметом, который мы будем называть посылка. Они звонят в дверь и оставляют посылку на крыльце. Поросята открывают дверь, чтобы узнать, что это, и обнаруживает ребенка. Они в восторге от него и вносят его в дом. Потом ребенок вырастает, и вот когда он официально становится взрослым, он оставляет ключ под дверным ковриком, пускает нас внутрь, и мы хватаем поросят. И тогда месть, а не наши. Сладкая месть, сладкая, как штрудель. Больше недели прошло со времени атаки домов поросят, но ничего не изменилось. Ассоциация борьбы со стихийными бедствиями обещает взять ситуацию под контроль. Да, конечно. Когда волки научатся летать. Почему у тебя так мало мебели? Потому что я живу один. Смотрите, это мой дом. Он разлетелся в щепки. Надо устроить вечеринку. Нам понадобится твоя машина, брат. Нет уж, вам надо убираться отсюда и как можно скорее. Лично я жду не дождусь, когда закончится стройка, и я снова окажусь в собственном доме. Мне нравятся эти слова, Ричард. Чем скорее вы отстроите ваши дома, тем лучше. Я не понимаю, Лора. Что означает заказ на мебель отменен? Мы покрасили стены. Хотите взглянуть? Это что еще за цвет такой? Сливочный. Я выбрала по цвету своих собственных сливок. Лора, я специально подчеркнул при заключении договора, что хочу, чтобы мои стены были цвета печенья. И не надо, пожалуйста, я знаю разницу между молочными продуктами и кондитерскими изделиями. Больше мы это не обсуждаем. Так мы красим стены или нет? Я должен отойти от этой травмы. Войди в свой космос. Войди в свой космос. Ладно, иди в свой космос. А мы пойдем на другое место работы. Сколько у этой коровы мест работы? Извините за опоздание. Наш другой клиент — настоящая свинья. Не принимайте это на свой счет. Прямо в цель. Ну ладно, что нужно сделать? Берете солому, делаете из нее связки, складываете одна на другую. Моя кровать будет здесь, мой коврик для медитации здесь. Стереосистема будет... Эй, ребята, а вы играете в Сайло? Давай сюда, братан.
Прострация. Строительство моего дома не продвигается вперед. Эта корова работает 2 минуты, а потом исчезает. Уходит на другую работу, возможно, на 2 секунды. Никакого прогресса. А моя команда достигла большого прогресса. Повезло тебе. Да, мы вышли на 4-й уровень в Сайло. Можно еще на одну ночь? Мы обещаем, честное свинское. Свинки на диване. Это моя подушка. Перестань вертеться. Эй, я ненавижу свинную полицию Майами. Мне никогда от них не избавиться. Можно хоть одну ночь провести в тишине и покое. Сэнди, а в каком году ты последний раз мылся? Расслабься, чувак, мы же свиньи. Прием. Объект приблизился к цели. Отбой. Достав посылку к цели. Достав посылку к цели. Крыльцо. Поставь ее на крыльцо. Посылка доставлена. Вас понял. Активировать звуковой сигнал. Активировать звуковой сигнал. Позвони в дверь. Кто бы это мог быть? Иду. Боже. Когда ты посадил новые кусты? Те волшебные бобы, которые я купил у этой коровы, действительно сработали. Смотрите, корзина. Похоже на корзину с булочками. Нет, там фруктовые шарики, точно. Что ты понимаешь? Кто знает, что там? Предоставьте дело эксперту. Это ребенок. Миссия выполнена. Еще не выполнена. Они не внесли его в дом. Прием, посылка внутри. Но мы не знаем, чей он. Так дело не пойдет. Я позову полицию. Муси-пуси, Ричард позаботится о тебе. Тебе так повезло, что ты попал к нам в дом. Отлично, братишка. Мы будем звать его Везунчик. Привет, Везунчик. Это я, Ричард, твой папа. Привет, Везунчик. Я Сэнди, твой... второй папа. Стойте, стойте. Кто сказал, что мы его оставим себе? В этом доме и так уже много народу, а теперь еще и ребенок добавится. Вы двое даже не знаете, как с ним обращаться. Ничего сложного, братишка. Кормишь его куском пиццы, и он спит в своей корзинке. Мы будем менять ему подгузники, читать ему... А ты мог бы читать ему Wall Street Journal? Я мог бы. Да, ты мог бы передать свои глубокие познания следующему поколению, братишка. Я всегда мечтал о ком-то, кто унаследует все мои деньги, и кому я мог бы передать свой большой опыт. Да, точно. Мейсон-младший. Брат, мы уже решили назвать его Везунчик. Нам следует вызвать полицию. Посмотри на него, Мейсон, у него твои глаза. Правда? Да, точно. Он немножко похож на... Он ангел. Из рая. Ладно, решено. Мы вырастим Везунчика как одного из нас, как нашего собственного поросенка. Потому что к лучшему или к худшему, мы живем все вместе. Да, мы живем все вместе. Да.
Мы живем все вместе. Теперь мы будем ждать. Ням-ням-ням. Вкусная тертая морковка. Натуральная. Я не могу заставить его есть. Он испачкал мой пуловер от Томми Хилфигера. Попробуй ты. Держи, приятель. Да, вкуснятина. Это называется конфета. Ты с ума сошел? Нельзя кормить ребенка таким мусором. Главное, что он ест. Нужно вызывать у ребенка уважение. Смотрите и учитесь. Давай, сынок, ешь морковку. Ешь, хорошо. Не попал. Давай, малыш. Что делать? Ты у нас специалист по воспитанию детей, ты и меняй. Сам сказал, что нужно вызывать уважение, так держи слово. Ты его вытирай, нет ты. Это вы захотели его оставить. Давайте просто сделаем это. Давай сюда масло. По крайней мере, везунчику весело. И маленькая свинка кричала «хрю-хрю» всю дорогу домой. Самый длинный день в моей жизни. Чувак, осторожно. Не сломай мою доску. Сейчас я покажу тебе доску. Вы двое, потише. Твоя очередь. Камень, ножницы, бумага. Лора, нужно полностью обновить чертежи. Сколько времени это займет? Можешь не отвечать, годы. Нужно все улучшить. Натуральная солома, которую вы заказали, испортилась, но я уверена, мы достанем новую до начала волчьего сезона. Да-да, я доверяю Пима. Они доставляют все вовремя, и мы с ними общались в свое время. Это добрый знак. Да, конечно. Кроме того, торопиться некуда. Я и так могу отдохнуть. Как раз получу целиком свой набор для массажа. Коровы-строители. Меньше болтовни, больше работы. Я с другим клиентом. А остальные? У нас перерыв на обед. Опять? У коров 4 желудка.
Чувак, завтра ты первый раз идешь в школу. Мой малыш, я так волнуюсь. Не волнуйся, папа, хорошо? Мой рюкзак собран. Я положу туда все, что было в списке, сынок. Ты приготовил вещи, которые я завтра надену? Да. А вещи, которые ты завтра наденешь? Я все еще не выбрал, но выберу. Не забудь про свой космос. Ты приготовил мне бутерброды? Сделаю, везунчик. Тут и хлеб, и масло, и самое важное — джем. Хорошо. Я думаю, мы готовы. Папочки, завтра великий день. Думаю, нам пора идти спать. Нужно выспаться получше. Хороший совет. И не волнуйтесь, все будет хорошо. Спокойной ночи. Пока, папа. Пока, папа. Пока, папа. Покажи себя в первый же день. Будь осторожным. Оттянись как надо. И не вздумай бездельничать, не ушибись. Главное, повеселись. Расслабься, братишка. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Пока. Привет, меня зовут Везунчик. А меня Хенли. То есть, как игра? Нет. Как медовая глазурь. Что-то еще такое. Я везунчик, ты? Ты давно в зеркало на себя смотрел. Ты скорее не везунчик. Что ты за свинья такая? Может, он боевая свинья? Я везунчик. Я не спрашивал, кто ты, я спросил, что ты такое. Я обычный поросенок. Это моя площадка, и я здесь решаю, понятно? Давайте играть в волка и поросят. Надоело, давайте лучше поймай волка. Так, кто будет волком? Может быть, ты, псевдовезунчик? Я не хочу, чтобы меня ловили. Я буду волком. Тяжелая штука школа. Особенно если сидеть в классе. Все на меня таращатся, как будто я урод. Да нет, ты не урод. Что за урод? Смотри, у каждого свои особенности. У меня пятно на ухе, я хожу как голубь, и меня часто тошнит после обеда. Мама говорит, что все это делает меня особенным. У тебя здоровенные клыки, когти как иголки, и ты выглядишь так, будто бы натянул на себя шкуру гризли. Видишь? Все это делает тебя особенным. Наверное. Везунчик. Боже мой. Пока, Хенли. Привет, папочки. Мой мальчик, как прошел первый день? Мы можем тобой гордиться. Это было просто супер. Это было классно. Куда подевался наш малыш? Все вырастают. Знаешь, брат, ничто не вечно. Везунчик, ты померил куртку, которую я тебе купил? О, Господи. Да, она немного мне мала и ужасно дурацкая. Хватит покупать мне одежду. Ну давай же.
Ух ты, чувак. Боже. Какие у тебя большие и острые зубы. Я их почистил, оставьте меня в покое. Куда ты уходишь? На улицу. С кем? С друзьями. Когда ты вернешься? Потом. Куда подевался наш малыш? Хороший вопрос. Похоже, что в нашем доме поселился огромный лохматый зверь со странными клыками и когтями размером садовой вилы. Он превращается в хулигана. Да ладно, он же подросток. Какой подвижный бекон. Давайте сыграем в игру. Давай, как она называется? Как не знаю, но играть в нее нужно вот так. Я придумал название. Затолкай неудачника в шкафчик. Какой ты умный. Все такой же урод. Лора только что прислала последний чертеж моего дома. О, классно. Вариант номер 68. Да, но на этот раз я уверен, это то, что надо. Круто. У меня тоже дела продвигаются. Пима может прислать чек в любой день. О, хорошие новости. Завтра выходит новая версия Sailor. Молодой резвый волк в волчьей стае номер один. Мы на позициях. Все спокойно, отбой. Вас понял, молодой резвый волк. Что за невезение, чувак? Мы сидим здесь, ждем эту посылку уже столько лет. Знаю. Может, посылка так никогда и не будет готова? Думаю, мы давно уже могли бы вернуться в наш зоопарк. Кстати, рация все еще включена, пустоголовая. Ой, извините. Хватит, везунчик, я сказал, никаких больше журналов про мотоциклы. Он будет наказан. Эй, никто не видел моих начо? Я оставил их здесь прошлым вечером. Чувак, ты случайно не видел начо? Да тут везде пусто. Я умираю с голоду. На всей кухне нечего есть. Везунчик, это потому, что ты съел все, что было. Спокойно, молодежь. Можешь съесть мои начо. Приятного аппетита. Где везунчик? У него большие неприятности. Дело в том, что сейчас не время кричать, как ребенок. Это ты о чем? Я на него даже голос не повысил, а он мне чуть голову не откусил. Не поддавайся этому состоянию, я с ним поговорю. Везунчик! Отцам вход воспрещен. Это касается вас, уходите. Знаешь что? О боже. Иногда... Да, моя мама... Я имею в виду... Как ты и говорил. Абсолютно. Да. Хотел бы я разговаривать с папой так, как с тобой. Подростки. Мы даже не знаем, откуда он взялся. Да. Кто он такой вообще? Это не важно. Он наш, и мы его любим. Счета, счета, счета. Люблю счета. Очередной журнал про мотоциклы. Я не верну его, вы меня не заставите.
Меня тошнит от ваших приказов. Везунчик, мне нравится, как ты употребляешь слова. Но свиньи не ездят на мотоциклах, нет. Употребляю слова? Хорошо. Я не верну мотоцикл. Я уже не ребенок. Я знаю, что ты уже не... Пожалуйста, поставь на место бак с водой. Так, везунчик, поставь мебель на пол, и тот мотоцикл во дворе ты вернешь. Нет, не верну. Извини, но прояви к нам уважение. В мои времена мы никогда так не разговаривали со старшими. Это уже не твои времена, это мое время, и мотоцикл я оставлю. Хватит драться, братья. Давайте все успокоимся и типа сделаем что-то вместе. Я не собираюсь это делать. Я научу везунчика уважать старших. Еще эта музыка, которую он слушает. Подростки, чувак. Мы все так делали. Он просто себе что-то выдумывает. Эй, я тут. Он не может делать все, что захочет. И, кстати, мы не все бунтовали. Я так не поступал. Может, в этом и есть твоя проблема, брат? Что с тобой не так, везунчик? Папа, когда-то ты считал, что это мило. Да, чувак, это правда. Это уже не мило. Так что извинись. Подождите, вы все. Войди в свой космос. Может, везунчику нужно более безопасное хобби. Коллекционирование шариков со снегом. Чепуха. Все, что ему нужно, это дисциплина. Военная школа решит все проблемы. Что? Я записываю везунчика в школу сержанта мясника для своенравных свиней. Да ты с ума сошел? Вы меня на куски разрываете, перестаньте. Этот говорит одно, тот другое. А третий орет свое. Ты ему не помогаешь. А ты? Слушайте, чуваки, все путем. Хватит, перестаньте. Это ничего не значит. Вы ничего не понимаете. Лучше было бы, если бы вы вообще меня не рожали. Но мы тебя и не рожали. Мы нашли тебя на нашем крыльце в этой корзинке. То есть... Я приемный? Молодой и усердный волк, волчий, стоя один. Посылка готова, отбой. Вас понял, отлично, поработали ребята. Везунчик, 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 чувак. Я вызываю полицию. Нет, они не поймут. Подумают, что везунчик какой-то преступник. Может, он вернется, может, нет. Может, это как в той песне поется. Если любишь, то не станешь держать. У меня такое чувство, что мы что-то не так сделали, будто мы его выгнали. Это моя вина. Это моя вина. Это наша общая вина. Вы входите в темный лес. 100% жителей – злодеи. Заблудился? Да. Заблудился в этом городе, в этой одинокой вселенной, заблудился в глубине своей души. Можно было не спрашивать. Я понимаю твои чувства. У меня тоже такое было. Правда? Ты чувствуешь, что ты заблудился в этом городе, в этой одинокой вселенной, заблудился в глубине своей души. Ух ты! Ты правда понимаешь? Я знаю место, где мы можем расслабиться. Стая моего дяди. Идешь? Я не знаю. Там есть еда. Ну, пошли.
Ешь, сколько влезет. У нас открыто всю ночь. Ну? Есть здесь волки? Волки? Давай, брат. Мы все это видим. Ты волк? Я? Нет, я не волк. Ну ты не волк. Кто же ты тогда? Я свинья. Отрицание. Моя любимая река в Египте. Мои родители свиньи. Присаживайся. Свиньи, так? Мои родители. Прекрасная обстановка. Откуда взялся этот стол? Ты похож на них, на родителей? Ну, они же мои родители. Пришло время шоу. Я покажу тебе, везунчик. Сядь поудобнее и расслабься. Тебе понравится. Разве ты выглядишь не так? Ну, я... Не знаю. Твои родители выглядят так. Ну да. И ты свинья. Я хотел сказать, меня воспитали как свинью. Мои родители свиньи. Не верю, что я это сделал. Ну ты не... Кому я говорил? Нашего бюджета недостаточно, чтобы снять мюзикл. Ты кто такой, везунчик? Я свинья? Эй, везунчик, это волчица Тинейджер. Привет, везунчик. Привет. Но ты, наверное, знаешь, я по школе. Ты же учился в... Свиновильской академии в городе Свиновилле. Свиновильская академия? Звучит, будто там одни снобы. Тебе не кажется? Ну да. Ты не чувствуешь себя особенным, не таким, как все. У тебя бывало такое странное чувство? Да, чувство. И оно все усиливается. Да, точно. Это так по-волчьи. Почему ты учишься в Свиновильской академии? Потому что я... Я свинья. Может быть, везунчик. Может быть. А может быть, ты волк? 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 Да что ты говоришь? Он волк. Да не может быть. Никакой ты не волк. Ничего в тебе нет от волка. Нет. Ты не волк хотя бы потому, что у волков есть клыки. Нет, смотрите. Ну и что? Подумаешь, большие зубы. Тебе меня не обмануть. Никакой ты не волк. Потому что у волков есть когти. Да, ну...
Нет, ты не волк. Потому что все волки с ног до головы покрыты шерстью. Вот такой шерстью. Я понял, что вы имеете в виду. Это не просто догадка. Любишь свинину? Я могу ее есть каждый день. И ночью тебе хочется куда-то красться. И иногда мне хочется завыть. Приятель, может, ты и прав. У нас появился новобранец. Добро пожаловать, малыш, ты нам нужен. Можешь назвать нас своей стаей. Шерсть, когти, огромные клыки. Ты... Скажи это, скажи. Я волк. Хорошо, репетиция прошла отлично, но в следующий раз... Волк-везунчик. Я волк? Вперед, волки! Везунчик, ты сделал первый шаг. Ты осознал, что ты волк. Теперь ты должен выполнить свое предназначение. Выполнить задание, как делают все волки. Ты выполнишь это задание для своей волчьей семьи? Да! Твое задание — оставить ключ от вашего дома под дверным ковриком через 2 недели в полнолуние. Нам нужен ключ, чтобы проникнуть в кирпичный дом. Тогда мы придем за свиньями. Придете за свиньями. Но зачем? Это тебе знать не полагается, везунчик. Это совершенно секретно. Да-да, секретнее не бывает. Совершенно секретно. Ты берешь на себя это задание, везунчик? Конечно, волк, большой босс. Вперед, волки! Я знал, что мы можем на тебя рассчитывать. Пошли, везунчик, пора возвращаться. Я тебе диск записал, там реальный волчий музон. Тебе понравится. Ты вернулся. Отлично, мы так беспокоились. Где ты шлялся? На улице. Никаких уклончивых ответов. Где именно? Какая разница, главное, что он вернулся. Ой, прости, невезунчик. Эй, смотри, куда идешь. Что ты сказал? С кем ты, по-твоему, так разговариваешь, мохнатая морда? Да, урод. Урод, значит, интересно. Знаете, что еще интересно? Вы двое больше тут не командуете, понятно? Помогите, вытащите меня отсюда. Эй, везунчик. Как дела? Какая тебе разница? Ты раньше никогда со мной не разговаривала. Никогда. Ну, это было раньше. А теперь все по-другому. Какая ты аппетитная. Да, теперь вы стали такие милые и дружелюбные. А помните, как вы обращались с ним в 3-м классе? Я помню. Пошли отсюда, хрюшки. Видел их лица? Это точно. Да, друг. Ну что, везунчик, как учеба? Нормально. Что ты сегодня нового узнал? Ничего. Ничего. Ну, в таком случае у меня больше нет вопросов.
Меньше 2 недель осталось до полнолуния. Вы пройдете через усиленные тренировки. Быстрее, не задерживайтесь. Я как плюну, да дуну, да сдую твой домик. Бабушка, какие у тебя маленькие мозги. Никаких плюну, да дуну. Правильно, дуну, да плюну. Теперь на пол и 20 отжиманий. Перерыв. За игру, ребята. Уже 12 уровень. Вот это прогресс. Как общаться с трудным подростком? Ты думаешь, это правда необходимо? Он наш сын, мы должны показать, что нам не все равно. Что ж, удачи. Все, что я слышал от него за эту неделю, 2 фырка и 1 рык. То есть на 1 фырк больше, чем за прошлую неделю. Вперед, Ричард. Я знаю, что в последнее время нам сложно найти общий язык. У меня тоже были родители, так что я был на твоем месте. Но ты никогда не был здесь. Отстань. Везунчик, ты всегда можешь поговорить со мной, рассказать мне что угодно. Я не буду тебя слушать, буду только осуждать. Нет, то есть наоборот. Не обращай внимания. Забудь об этом. Ты не можешь даже представить себе мою ситуацию. Что такого особенного в этой ситуации? Это опасно, это очень опасно. Цитирую. «Очень опасно». Типичный подросток. Думает, что он единственный, кто проходит через этот период. Будто сам его изобрел. Чуваки, а может с ним поговорить? Нет, я сам с ним справлюсь. Съешь свинью, съешь свинью, съешь свинью. Съешь свинью? Нет. Маринадный рай. О, привет, как дела, чувак? Мы как раз о тебе говорили, везунчик. Правда? Привет, везунчик. Привет. Надеюсь, ты не забыл про ключ. Ключ. Ключ, коврик, помнишь? Ну да, ключ. Так. А зачем я должен положить его туда? Да, ключ, коврик, часть этого. Как он называется? Ты знаешь. Плана. Ну да, плана. Но я все никак не пойму, зачем мне... Но мы собираемся устроить вечеринку для твоих родителей. Да, вечеринку. Мы все там будем. И я там буду. Ключ. Коврик, вечеринка. Звучит неплохо, так? Ключ, коврик, вечеринка. Я понял. Вечеринка по поводу окончания стройки домов моих родителей. Да, точно. Потому что их дома будут достроены. Но это вечеринка-сюрприз. Так что... Тихо. Вечеринка в полнолуние. Запомнил, везунчик? Я запомнил. Ключ, коврик, вечеринка, полнолуние. Покуха, чувак. Скоро увидимся. До встречи. Круто. Боже, какая она классная. Откуда ты их знаешь? Не знаю, просто встретил их где-то. Уже не помню. Значит, будет вечеринка. И она там будет. А что такое полнолуние?
Полнолуние. Ключ. Коврик. Вечеринка. Боже, всемогущий волчий сезон. О, да. Он определенно волк. Значит, договорились. Заберете мотоцикл завтра утром. До встречи. Пока. Стой. Кто забирает мой мотоцикл? Везунчик, твои папа и я решили продать этот мотоцикл. Так будет лучше. Что? Это мой мотоцикл, ты не можешь его продать? Я уже продал. Нет. Не могу в это поверить, я ухожу. И я не иду на вашу дурацкую вечеринку. Дурацкую вечеринку? Начинаем операцию «Полный дом». Повторяю, начинаем операцию «Полный дом». Большие острые зубы. Спокойно, молодежь. Ну что, есть здесь волки? Ты волк? Съешь свинью? Поросенок, поросенок, впусти нас в дом. Нет, вы шутите. Я только что построил этот дом и играю в Сайло. И ни за что, клянусь щетиной на своем подбородке, чуваки, ни за что. Тогда мы дунем да плюнем, да сдуем твой домик. Чувак, это было последней каплей. Сохраняю игру. Можно не хлопать дверью? Я как раз вешаю последнюю картину. Прямо висит? Ну да. Хорошо, теперь в этом доме все как надо. Поросята, поросята, впустите нас в дом. Ни за что, клянусь щетиной на своем подбородке. Тогда мы дунем, да плюнем, да сдуем твой домик. Картина Клиффа Херинга. Поросята, поросята, впустите нас в дом. Волки? Ни за что, клянусь щетиной на своем подбородке. Тогда мы дунем да плюнем, да сдуем твой домик. Дуйте хоть лопните, мохнатые негодяи. Мы закрыли все входы. Этот дом защищен со всех сторон. Его не снести. Длинный флешбэк. Все так же хорошо?
Кроме того, что мы связаны и висим над огромным горшком с кипящей водой. Что бы вы с нами ни сделали, пожалуйста, позвольте нам позвонить и попросить, чтобы кто-нибудь позаботился о нашем сыне. Ах, да. Ваш сын. Спасибо, что спросили. Много лет назад мы придумали план. Великолепный план. Забросить шпиона в ваш свинарник. Шпион? Кто это шпион? Шпион — ваш дорогой, милый, послушный, приемный сын-везунчик. Ты что, сошел со своего плотоядного ума? Это невозможно. Везунчик — наш сын, он никогда нас не предаст. Не на того везунчика напали чуваки. Не везет вам, свиньи. Читайте по губам. О нет, я никогда не умел читать по губам. Везунчик-волк. Да, такое тяжело услышать, свинье. Это масло? Помогите! Никто вас не спасет, свинья. Везунчик. Сын трех поросят? Слава богу, у этого мотоцикла мягкое сиденье. Главные ворота. Закрывайте главные ворота. Ну, теперь эти свиньи вернутся в свой кирпичный дом. И на этот раз ключа под ковриком уже не будет. Да, любовь моя. Не могу с тобой не согласиться. Джентльмены, пришла пора машины судного дня. Машина судного дня? Но она не прошла официальное испытание. Мы должны попробовать. Мы просим тебя. Это вам не демократия, я здесь главный. Судный день, судный день, судный день. Папа, простите меня, что я вам ничего не сказал, понимаете? Кажется, я волк. Мы все равно тебя любим. Это еще что такое? Помогите! Я выбрал этот гудок. Ну ладно, хвостик. Это он выбрал гудок. О нет, он тут. Я так надеялся, что нам не придется уходить из этого дома. Судный день, судный день. Сейчас я его разрушу. Сейчас я снесу этот дом. Ты это слышишь? Что? Это? Сейчас гляну.
Ну все, я вызываю полицию. Прекрасно. Теперь ничего заказать нельзя. Везунчик, какого черта он делает? Везунчик, уйди оттуда. Тебя разорвет на мелкие кусочки, уходи сейчас же. Если хотите снести этот дом, то сначала вам придется сдуть меня. Серьезно, уходи сейчас же. Я остаюсь здесь. Снести дом, снести дом. Судный день. Не поворачивай. Мы не хотим причинить тебе вреда, но мы снесем этот дом, сынок. Я не двинусь с места. И я тебе не сынок. Я их сын. Ты не один из них. Мы волки. Мы семья, которая держится вместе и побеждает. Что ты знаешь о семье? Я люблю своих родителей. Я не могу позволить, чтобы с ними что-то случилось. Ты никогда не попадал в такие ситуации, когда семья в опасности. Но у тебя есть возможность спасти того, кого ты любишь. Не рассказывай мне о семье. Я сам потерял члена своей семьи. На этом самом месте, того молодого бунтаря, известного как Большой Злой Волк. Он был моим сыном. У всех есть семьи, малыш. У волков, даже у свиней. 9, 8, 7, 6. Прекрати сейчас же. Выключи машину. Я ни за что не прерву операцию и не выключу машину. Сейчас, хвостик. Сейчас. Почему? Почему? Все, что я когда-либо хотел сделать, это уничтожить этих гадких свиней. Я их ненавижу. Нет. Вам это даром не пройдет. Что теперь, Волк, большой босс? Операция «Полный дом» завершена. Конец. С сумасшедшим волковцем покончено. Отозвать стаю. Везунчику сегодня повезло. Может, нам всем повезло. Скажи своим родителям, можно выходить. Их не тронут. Чувак, ты оставишь поросят в живых? Да, они семья. Ты тоже моя семья, большой босс. Извини. Мне всегда сложно выражать свои чувства, малыш. У меня такое чувство. Как будто у меня появился сын. С того дня моя жизнь очень изменилась. Хотя в каком-то плане осталась такой же. Обе мои семьи подписали свиноволчий договор, полный любви, мира и понимания. Теперь никто не будет сдувать дома и говорить всякие гадости. Надеюсь, моя история вдохновит и других животных на создание закона.
Везунчик ли я? Это точно. Ну вот, хвостик. Где мы оказались в конце? На маленьком необитаемом острове. Маленький необитаемый остров, которым я буду править. Релиз подготовлен специально для interfilm.ru. We'll be right back.